Добрый день, это BetaPsycho, и в этом видео я объясню вам, как подбирать сеты для своих билдов в TSO, используя базу сетов сайта tso.pro. Информация актуальна в любой патч, так как база постоянно адаптируется к изменениям. В частности, я и многие другие игроки, сливающиеся по КД в PvP, обсуждают полезность сетов в прямом эфире после каждого крупного обновления Elder Scrolls Online на Twitch-канале создателя сайта Ван Халена. Кратко об основных фишках базы сетов. Она имеет фильтры, позволяющие подобрать сеты для любой специфики. Между строками действует логика «и», а внутри строки логика «или». Каждый сет имеет рейтинг, выставляемый и обновляемый коллегиальным решением древних PvP и PvE игроков в TSO. База имеет одновременно английское и русское описание сетов, позволяя использовать ее старым и новым игрокам. Приведу примеры использования, после которых вы познаете истину, перестанете копипастить бесполезные YouTube-билды и начнете изобретать свою имбу. Для примера, вы решили создать благородный дамажный билд без проков на стаминщиков в PvP и уже выбрали для основного бара Сприган, а на монстр сет Балорг. Также вы хотите оставить слот для Малаката на всякий случай. И вот у нас встает вопрос, какой бы сет еще надеть? Кликаем на фильтры. Для воина, для PvP, любой бар, так как место у нас остается только на бэкбаре для фулл сета. Допустим, у нас хорошо с сустейном, мы хотим больше урона, и тогда кликаем на атакующие. Так как мы решили обойтись без проков, то для атаки выберем фильтр статовый урон. Чтобы добавить в наш билд немного живучести, посмотрим хэви сеты, поэтому жмем на тяжелые, крафтовые. Применяем фильтр. Видим алхимист, один из лучших бурст сетов, который нам подходит. Далее легион, ныне занерфленный, но иногда годящийся в специфичных билдах для некоторых классов. А что за третий сет, даже не обращаем внимания, так как рейтинг донный. Допустим, вы не хотите учиться контролировать банку, и легион вам не нравится. Посмотрим недамажные альтернативы. Уберем фильтры, атакующие и статовый урон. Заменим на защитные ресурсные. Применяем фильтр. Перед нами защитный сет на резисты, который может подойти нашему билду. Далее пара сетов с проками, которые мы решили не использовать. А тут у нас множество специфичных сетов, которые редко можно увидеть в других билдах. Но судя по высокому рейтингу, они всего лишь недооценены мейнстримом и всякими стримерами. Использование любого из них может сделать ваш билд воистину уникальным. Вон какая-то пытка бани, дает сразу Major Mem и Major Vitality, что очень мощно, правда требует особого скилла для активации и сбрасывается при небольшом разрыве дистанции, но если ваш билд заточен на замедление и постоянное сближение с одной целью, даже подобный с виду бесполезный сет может быть юзабельным. Сбрасываем все фильтры. Совсем другой пример. Хотим мы собрать на мага сбалансированный билд по дефенсу, офенсу, сустейну с нуля, по-быстрому, чтобы не нужно было что-то особо фармить. Начнем с подбора сета на основной бар. Кликаем на «Для мага», «Атакующий», «Для PvP», «Исключить сеты из всех подземелий», чтобы остались только такие, которые можно купить или скрафтить. Мы хотим сет из 5 частей, поэтому жмем на фильтры крафтовые, тяжелые, легкие и даже средние. Да, такие тоже бывают на магов. Еще, например, выберем любой бар, только основной бар на всякий случай. Вдруг мы решим использовать мифик, мастер-пушку или другой пятикусковый сет нельзя будет поместить на задний бар. Применяем фильтр. Видим множество пятизвездочных сетов. Не все, правда, подойдут во всех ситуациях. Самый универсальный, на первый взгляд, спиннер. Если мы не намерены надевать малакат, то можем присмотреться и к Acuity с Mother Sorrow. Можно и проковый Red Mountain рассмотреть, который, несмотря на статы, тоже сгодится на мага. Да и прочие сеты могут подойти в зависимости от того, где мы планируем использовать билд. Далее мы, допустим, выберем Sustain сет, поместим его в монстр слоты. Сбрасываем фильтры. Жмем «Для магов», «Для PvP», «Ресурсный», «Монстр», «Исключить сеты из DLC подземелий», чтобы проще было выбить. Применяем фильтр. А выбор небольшой, но это в любом случае самый топовый Sustain Monster Set. Отключаем фильтр «Исключить сеты из DLC подземелий»,
и убеждаемся, что Engine Guardian лучший вариант. К тому же он не только sustain, но и defense set. Раз мы задались целью сделать сбалансированный билд, то подберем сейчас защитный сет. Выбираем для магов, для PvP, защитный, исключить сеты из всех подземелий, а теперь легкий, тяжелый, крафтовый. Видим бесчисленное множество отличных сетов. Если мы решили использовать мифик, то добавляем фильтр любой бар, применяем. По-прежнему имеем хороший выбор, причем много сетов, которые вы редко у кого встретите. Курс Итер и Дейдрик Триккери, например, вообще ужасно недооцененные сеты. Не зацикливайтесь на нескольких прок-сетов, которые вас постоянно убивают на БГ. В игре более 400 сетов, и как минимум половина из них юзабельна. Экспериментируйте и придумывайте свои билды. Ну, а на этом ролик подошел к концу. Не подписывайтесь на канал, не ставьте лайки, все равно я ни хрена не буду пилить по ТСО, ведь я не крупный инфлюенсер. А вам я желаю всего доброго, успехов и пока!